Всем привет, друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». У нас сегодня сентябрь, 13 число, а погода здесь на сегодняшний момент у нас 26 градусов. Хорошо и приятно, зная, что где-то уже очень холодно и прохладно. И вы, надеюсь, смотрите сегодняшнее видео для того, чтобы подобрать себе домик на юге. Я хочу вам предложить сегодня, опять же, коттеджный поселок Морской, который у нас находится всего лишь в 4 километрах от моря и в 2 километрах от самой Анапы. Стою сейчас с вами возле вот этих трех прекрасных домиков. 125 квадратных метров. Эти домики у нас выполнены в кирпиче. Но я хочу обратить внимание именно вот на этот дом, который у нас сейчас в центре. Он еще в свободной продаже и на сегодняшний момент пока еще не имеет своего хозяина. И, может быть, стать вы. Поэтому давайте посмотрим на планировочку этого дома. На сегодня здесь ведутся работы, которые внутренние. Планировка первого этажа – это у нас холл. Он у нас составляет 12 квадратных метров. В холле, как мы можем видеть, у нас теплый пол и место для того, чтобы была лестница на второй этаж и оставить для гардероба. Хочу сразу с вами заострить внимание, что у нас над каждым входом есть специальные перемычки. Также в центре дома у нас стоит вот такой сердечник, идет по всему дому центральный ригель. Это для сейсмоустойчивости. Пойдемте дальше. Санузел тоже у нас оборудован теплыми полами. Как вы видите, уже полностью есть у нас все разводки под воду, под санузел, под раковину, под машинку стиральную. Полностью мы уже заготавливаем. Далее мы проходим с вами спальню. Она у нас составляет 12 квадратных метров. Также вы здесь видите, у нас полностью есть вот эти вот перемычки. Это в каждом доме. В будущем здесь мы сделаем выходы под розетки. Все-все-все как полагается, как в стандартах наших проектировках. Пошлите дальше. Далее мы попадаем в такую прекрасную кухню-гостиную. Она у нас 33 квадратных метров, где вы можете уже видеть, когда нет пока сейчас ремонта, что у нас есть вот по всему дому такие бетонные колонны полностью по всему дому, чтобы дом был более сейсмоустойчивый. Данные колонны у нас идут в базовой комплектации. Они у нас уже входят в сумму нашего дома. Поэтому дополнительно за них не надо вам платить. Они у нас уже есть. Пойдемте дальше. Далее зона тоже теплого пола. Это у нас кухонное полностью пространство, где выход есть на террасу. Терраса у нас тоже на данном доме стандартная, но он у нас идет с подвалом. Он полностью у нас на всю террасу. Это 24 квадратных метра. Пойдемте дальше. Данный участок с домом у нас составляет 640 квадратных метров. Он полностью уже будет спаханный после того, как мы закончим здесь ремонтные работы. Планировка на втором этаже у данного дома, она у нас стандартная. Это три комнаты, 11, 14 и 16 квадратных метров. Санузел у нас там 5 квадратных метров и холл получается 12 квадратных метров. Очень хороший и вместительный. Друзья, если вам понравился данный дом и вы хотите его забронировать уже сегодня и сделать полностью ремонт под себя и какие-то, может быть, перепланировку, вы можете обратиться к нам в отдел продаж. Писать нам ниже под этим видео. Мы обязательно ответим на ваши все существующие вопросы. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Друзья, хочу сегодня заявить, что много было вопросов, будет ли газ у нас в коттеджном поселке Морской. На сегодняшний момент я хочу сказать, что мы уже прокладываем газ. И вот сейчас старший по поводу разводки газа в коттеджном поселке Морской Армен расскажет, с какой трубы, кто и как мы делаем этот полностью газопровод. Привет, Армен. Добрый день. Мы с Горгаза, вот, прокладываем низкие сети по коттеджному городку Морской. Врезка высокое давление в 325-ю трубу под землей. И от шкафа разведутся низкие сети по всему городку. Вот, в общем-то, все. Когда планируется здесь первый поток газа уже зайти в дома? Так, две улицы уже закончены именно подземного газа, что основное. В течение недели будет закончена третья улица. Малиновая получается. Малиновая, так точно. Потом, в принципе, можно уже приступать к пуску газа в дома. Конечно. Опрессовка, испытания, разводка уже по домам, на плиту, на котел и вперед. Друзья,
Мы вам обещали, что в этом поселке будет газ, и мы свое обещание сдерживаем. Поэтому, если вам интересно все-таки наше предложение по поводу, что мы вам можем предоставить любой дом на ваш вкус и цвет в данном поселке Морской для жилья, вы можете обращаться к нам. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!